Очки, защита глаз от солнца или для улучшения зрения порой становятся не только необходимым средством, но и модным веянием. Но артисты эстрады сделали из этой, казалось бы, обычной атрибутики не просто стильную вещицу, но в некоторых случаях даже произведение искусства. Очки некоторых эпатажных артистов поражают и шокируют. Зарубежные артисты по объективным причинам еще с 60-х годов начали светить своими очками на тех или иных ивентах, но в то время они использовались по их первоначальному назначению для защиты от ультрафиолета и назойливых папарацци. Но массовым фетишем очки стали летом 2007 года. Американский рэпер, великий и ужасный Канье Вест, вдохновленный модой 80-х, засветил своими Shutter Shades, у нас в простонародье именующимися жалюзи, в своем треке «Stronger». Тут-то все и началось. Подхватила новое течение и Леди Гага, которая является самой изобретательной из всех звезд. Жалюзи, Микки Маусы, телевизоры, рабица и даже очки-сигареты. Один Всевышний знает, из какого материала будут изготовлены ее следующие очки. Представители нашего родного и непафосного казахстанского шоу-биза тоже стараются не отставать от модных тенденций. Худо-бедно эксплуатируют тему очков в своих видео. Но если у зарубежных селебритис с этим делом все обстоит очень неплохо, для них изготавливают очки самые лучшие мировые дизайнеры. Наши обходятся более скромными экземплярами, иногда даже хендмейдом. Слушай. Выбор очков, несомненно, отражает индивидуальность. Но гоняться за трендами или нет – это уже ваш выбор. Главное – не выглядеть глупо. Хотя, может быть, именно в этом вы найдете свой стиль. Ну а зарубежные...